так сложно было не проходить мимо, обратить внимание, заметить. Я всегда была здесь, у окна. Несколько сотен людей прошли мимо тысячи раз. Нет, я не пытаюсь винить их за невнимательность. Но даже те люди, которые смотрели в мое окно и видели меня в нем, разве они попытались что-то сделать? Едва ли. Но и их можно понять. Мало ли какая сумасшедшая машет в своем окне со слезами на глазах. Черт бы с ней, у нас и своих проблем хватает. Наверное, так думал каждый, кто обращал внимание. В любом случае, я так и оставалась сидеть в своей комнате, у своего окна, плакать и смотреть на людей, проходящих мимо. Когда я отчаивалась и переставала что-то видеть из-за слез, скопившихся в глазах, я, конечно же, бросала это занятие. Оставалась наедине. Наедине со своей комнатой. Лишь я и она. Я была пленницей в ней, заложницей обстоятельств и стен своей комнаты. Эта история началась в ней. В ней она и закончится. У нее не получится быть как все. Но ей и не нужно, пусть остается собой. Она уже была собой. И что из этого вышло? Мальчик в больнице. У него обгорела половина тела, ты понимаешь? Не факт, что это связано с ней. Очнись уже наконец. Хватит себе врать. Ты знаешь, что необъяснимые вещи окружают ее с рождения. Мы не можем выпускать ее к людям. И что нам делать? Мы что, просто ее запрем? Мы просто ее запрем. Просто запрем. Я не позволю тебе гробить ее жизнь. Да, вроде бы так все и было. Уже больше 10 лет я не выхожу отсюда. Днем боюсь вспоминать о маме. Ночью она мне снится. Она исчезла из моей жизни еще в детстве. Я видела в окне, как приходили разные люди. Судя по всему, спрашивали о ней, но он все еще здесь. Видимо, доказать что-либо им не удалось. Он волнуется обо мне, боится, что произойдет еще что-то плохое. А еще он злится на меня за это. За то, что я не такая, как другие дети. Но я стараюсь сдержать себя. У него было что-то вроде большой мастерской. Он редко из нее выходил и заходил ко мне так же редко. Я ненавидела сам звук отпирающейся двери, что уж говорить о нем.
я так больше не могу. Я устала сидеть взаперти, устала терпеть. Он ответит за все. Я не смогла бы жить дальше, зная, что где-то существует эта комната. Месяц назад я смогла решиться взять все в свои руки, не ждать помощи от других, перестать сдерживать себя и свои чувства. Сейчас я наслаждаюсь новым ощущением, ощущением свободы. Раньше, читая книги, я могла лишь приблизиться к нему в своем воображении. А теперь мои глаза будто открылись. Впервые за всю мою жизнь.